have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, канализация, продолжаем плавать в этих сточных водах. Надо уже как-то все это доделать и свалить отсюда. Ну, то есть свалить-то отсюда мы можем в любой момент, потому что у нас есть два выхода, которые мы оба нашли, и до которых я думаю, что смогу добраться даже. Вот, но хочется найти карту данного места. И хочется желательно найти бы здесь бутылочку. Я, правда, не помню на 100%, есть ли здесь бутылочка. Но очень ее хотелось бы. Поэтому думаю, что надо бы поискать. Продолжаем нашу эпопею с вкл и выкл. Пока мы находим новые лампочки, я делаю вывод, что мы с вами ходим по новым местам. Здесь, надеюсь, нет системы автоматического выключения света, экономии электроэнергии. Вообще оно все не на электричестве работает, поэтому не должно быть никаких проблем. Оу! Oh, I don't like this. Please, let's leave this place. Да ладно, чувак, тут не так плохо. Но поговорить с ним об этом, конечно же, не могу. Очень, ну не то чтобы странно, а хотелось бы, то есть у него возникают диалоги, он не так не особо разговорчивый персонаж, но с ним возникают диалоги, например, про Чубакку у нас был диалог, который мы вроде как пропустили, а вроде как я успел нажать, не знаю. Он увидел вот эту фигню, естественно, ему не понравилось, я могу его по... Ой, блин, там этот... Встань, там фарш! Да встань ты там, фарш, блин! Фух. Чё у нас с мечом? Он заточился? Он вроде там до 5 должен был затачиваться. Почему ты не точишься? Слэш 4. Не знаю, короче. Ладно, пока что сниму его. Пока что одену вот этот. Это не ты. У него слэш 4,5. Я не знаю, что с нашим мечом. Почему он не затачивается? Вроде как начинал затачиваться, получил половинку. Может, он от урона как-то затачивал. Блин, в прошлый раз как-то все прям хорошо шло. Ты ставил камешек, и он на глазах начинал затачивать меч. Теперь это как-то все вяло протекает. Мне не хватает урона на нем. Я изначально шел сюда за этим мечом, а теперь с ним какая-то... Погодите. Проблема — это мужской или женский род? Проблема — это мужской род. Это исключение, кстати, если вдруг кто не знал. Обычные слова, заканчивающиеся на «а», это женский род, но у нас есть проблема, дилемма, еще что-то, которое является в испанском исключениями, поэтому проблема — это не «ла», это «эль». «Эль проблема». Так вот, у нас есть «эль проблема» с этим мечом. Если что, вы только что побывали на кратком уроке испанского через экзанему, обращайтесь, пожалуйста, всегда, в любой момент. Я не знаю, какие еще языки мы будем учить. В принципе, я могу вам сказать, что я могу молчать примерно на 18 языках мира, поэтому... О! А вот это... Это же тоже же труп. Да иди ты. Ну ладно, давайте тут тоже все позажигаем. Чувак говорит, мне не нравится. Помните, это же вроде как яма, да? Ну это как этот известный японский гонщик, это яма Таканава. О, здесь мы тоже не были. Погодите, там что-то булькает. Попади, пожалуйста. Попадать в тырдочку — это прям проблема. Опять же.
Ну, вон там мы были, тут мы были. Не, это наш чувак булькает, да? Ну, тут захват идет полным ходом. Я бы не сказал бы, что это что-то необычное, учитывая данную ситуацию. Да, это то место, где мы пройти не могли из-за того, что он начинает спотыкаться. И, было такое. А тут нигде? Серьезно? Тут лампочки нету. Ладно, у меня небольшое помешательство на фоне лампочек, так что не обращайте внимания. Тут мы, получается, тоже уже везде были. Нам вон тот заслон, который тут есть из этой растительности, нам его предлагают обходить вон через там. Но там мы уже были, так получается? Это не скелет? Скелет. Покачай головой. Ты тут давно? Ага. Весело? Ага. Ладно. Некромантия продолжается. В смысле, некрофилия продолжается. Черт, я в этом чертовом месте запутался. Идет оно нафиг. Мы можем пройти вот здесь. Учитывая, что карта вообще вот такая, нам нужно было пройти куда-то наверх, что ли, я не помню. Предлагаю еще раз сходить сюда. А, да, здесь у нас точно ничего. Ай, черт. Ладно. Выглядит так, как будто мне все-таки придется посмотреть сейчас карту этого уровня, иначе, ну, просто дальше будет неинтересно. Тратить сейчас всю серию на то, чтобы просто тыкаться носом в тупики. Нет, спасибо. Сейчас я еще буквально пару кружочков наверну, если ничего не изменится в моем понимании мира, то просто... О, стоп, вот эту лампочку мы еще не зажигали. Я знаю, тут нет ачивок, это у меня просто вот мой личный перфекционизм. Опа. Может, тогда тут еще будут незажеванные лампочки, не? А, конечно. Инк. Отлично. Сундучка никакого? Какой сундучок тебе, блин? О, точно, сюда мы еще не ходили. Я сказал, что я не буду ее зажигать, потому что мы сюда еще не повернули. Вот он, этот поворот, который я пропустил. Поворот не туда. Кто смотрел, ребят? Трешатина, конечно, полнейшая, но мясо, собственно, как и здесь. Ну, только у нас не мясо, у нас фарш. Но это другое дело. Так, окей. Мы нашли новую... Ой, блин, вот его неудобство сказывается, то, что... Ну, как-то тут ничего нет. Вы чё? Вы вообще как? Вы вообще где? Так, эта штука не точится. Наверное, оно точится только когда работает. Короче, ладно, напишите мне, в чем я не прав. Я явно в чем-то не прав. Оно не работает не потому, что оно не работает, потому что я что-то делаю не так. Экзанима — это та игра, в которой крайне мало багов и непонятностей, за что я ее обожаю в том числе. Ну, еще атмосфера, все дела. Да, это какое-то место, в котором мы не были, точно. Ну, нам в другую сторону, я иду сюда скорее просто закруглить то, что мы здесь были, и все. Мы сейчас выйдем в освещенную территорию, и я пойму, что мы здесь уже были. Видите, да, здесь мы уже лазили. То есть нам все-таки в другую сторону. Я хотел убедиться в этом. Тут лампочки нету, хорошо. Мне постоянно мерещатся еще шаги. Я понимаю, что это, скорее всего, просто отголоски
нашего собственного напарника, наших собственных шагов, но все же меня иногда подглючивает. Я такой, кто? Кто за мной идет? Так, здесь мы тоже были, судя по открытой двери и зажженным лампочкам. Окей, значит, нам не сюда, возвращаемся. Тут, возможно, что-то и было на стене, но давно сплыло. Супер. Идем сюда. И теперь в другую сторону, что ли? Ну, учитывая направление на север. А, в этом полузадии мы уже были. Теперь вот сюда вот надо зайти. Кажется, я начинаю потихонечку вспоминать это место. Сейчас, погодите. Не прям полностью, но мне кажется, у меня загорелась лампочка. Вспомним. Так, у нас тоже ничего. Вот эта кладка разваленная. Очень подозрительно. У нас, по сути, сейчас есть вверх и налево. Давайте сейчас налево быстренько заглянем, просто для успокоения собственной совести. И потом пойдем вверх. Такое ощущение, что вот здесь вот вполне могло бы что-то лежать. Давайте что-то, а не кто-то. То есть да, тут у нас просто сток идет, грубо говоря. Да, да, да. Нам остается наверх. Наверху вроде как должно быть... должна быть пасть. И должно быть, может быть, два или три фарша. Посмотрим, как это все пойдет. Просто, по-моему, это как раз то самое место, которое я в прошлый раз решил оставить как есть. У меня было не так много жизни, меня тут парочку раз повалили. Я такой, а, к черту. Тут ничего нету. Но сейчас мы полны здоровья, решимости и дури. Так, это вот то, что мы корзины задеваем, это просто отголоски из прошлого. Он знает, что тут когда отходил корзиноголовый, и такой, а, корзина. А, ладно, что это я? Кстати, вы заметили, что у нас, у нашего чувака нету имени? Ну, то есть, мы знаем, что был корзиноголовый. А вот он кто? Так, погодите, сюда мы еще вернемся. Так. Втоптал его просто в канализационные воды и такой сам сверху плюх. Нормально. О! А тут прям такие две лампочки осветительные. Тут что-то важное, что ли? Веду себя сейчас как американец, серьезно. Они такие тоже заходят домой и включают подряд все лампочки и такие оп. А, стойте, это тупичок. Тупичок для чего? Какой-то слив выглядит. Тут тоже с этой стороны сейчас будет тупик. И все, хорошо, что мы сюда вернулись. Да, у нас по левую сторону вот уже второй тупик. Мы их просто потихонечку закрываем, и все нормально. Тут у нас получается, ну, грубо говоря, Т-образка. От нее мы идем... Но нам нужно продолжать двигаться севернее. Нужно продолжать двигаться севернее. Туда мы еще потом будем возвращаться, конечно же. О, здравствуйте. Это что-то новенькое. Здесь мы еще не были. Фарш дома? А когда он выйдет? Да, нам... Кстати, бутсы-то неплохие. Неплохие, но и нехорошие. Иди сюда. Мы с тобой тут собираем сет... На тебе это бутсы, на тебе эти. О, стоп. Это я не пропущу. Кто-то топает или мне кажется? Да, точно, фарш тут.
До свидания. А могу ли я сделать вывод, что у этих ребят довольно быстрая регенерация, потому что он начинает убегать, но очень быстро разворачивается обратно в нашу сторону. То есть он начинает убегать, потому что у него мало хпшки. Чего я, по-моему, не хочу говорить точно, по-моему, я раньше не замечал такого за фаршем. Они всегда, типа, тусили до последнего, пока не сдохнут. Убегание — это была фишка зомби и этих... Насчет скелетов я тоже не помню до конца. Ну ладно. Сейчас утверждать ничего не буду, поскольку могу запросто все это путать. Мне просто, может быть, кажется, что раньше фарш не убегал. Да чтоб тебя! Успокойся. Кусок мяса, блин. Вообще не думал, что он там. Да, ладно, мы попали в какой-то верхний кусок этой канализации. О, сундучок, здравствуйте. А я тут не был случайно? Да вроде нет. Странно, все выключено. Так, я опять заблудился, сбился с курса. Да идешь ты. Ой, тебе свет что ли не нравится? Рукояткой в висок. Как я ему красиво вырезку в лопатке сделал. Просто такой, опа, чувак. Это твоя новая татушка, наслаждайся. Ну, смотрите, пока что этот способ, иду по лампочкам, очень даже работает. Ох, блин. Чувак такой... Знаете, мне это... Ай-яй-яй-яй, успокойся! Я его ударил? Мне это все рестлинг напомнило только что. Черт, чел, я тебя ударил, извини, пожалуйста. Если так, ну-ка. Как ты сюда? А, не, было лучше, но ничего серьезного. Да хорош обниматься с этим! Я такой мечом в воздухе махнул, он такой подумал и решил упасть. Ну, серьезно, рестлинг. Так. Здесь мы уже были. Лампочка горит. Как он так серьезно по мне ударил-то? Прям, что аж это, больно. Вроде красного не нанес, но я же говорю, желтые они вышибают очень хорошо. Если им дать разойтись. Погоди. Кто там? Идем, 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 чувак, он нам нафиг не сдался. Иди сюда. Ну мы его сейчас обойдем с другой стороны, идем. О, скелетик. Ай-яй-яй-яй-яй! Вырубили. Молодцы. А, кстати, возможно, у него красный урон от того, что его вырубают. У меня же каждый раз, когда меня вырубают, у меня красный урон. Уйди. Красиво. Нормально, скелет фарша отоварил. Так, чувак, тебе сильно досталось? А, не очень хорошо, но могу продолжать. Черт, реально, его... Когда его вырубают... Ай, как неудачно-то получилось. Причем, смотрите, тут уже валяется какое-то дохлое говно. Мы тут буквально недавно были, мы тут их кого-то уже убивали. Но... А, ну да, собственно, мы же отсюда прибежали. Вот так. И вот сюда побежали. Угу. Ай, ну неудачно получилось. Чё? О, ты ж ты, ёпарасоте!
Не надо так. Я только что чуть на полном ходу не вылетел нафиг за карту. Так, у него где-то пол хпшки. Я думаю, что именно вот, когда его пробивают, именно когда он без сознания. Он на этом теряет хп. Ладно. Где у нас еще будет такая же насыщенная лока? Насыщенная врагами, я имею в виду. Просто они тут пачками лезут, реально пачками. Блин, нам бы, кстати, на север, ну ладно. У нас есть еще вторая канализация на... Черт, оружие! Ай, я забыл, что... На, держи. Я его там сейчас уже не найду. Ладно, у нас хватает нормальных мечей. Я забываю, что он каждый раз при падении теряет оружие, и он его не подбирает. Надо таскать с собой вот эти сабли запасные всегда, на всякий случай. Просто на замену ему. Легендарное оружие я ему давать не буду. Как бы, ну просто не нужно. Он и так неплохо справляется. Погодите, а это же... Ну, то есть я тут везде был уже, получается? Ну, ударь его. Все, фарш. Нормально. Мне кажется, я побывал уже практически везде, но все равно попадаются какие-то места, которые новые. Так, П. Да, это можно чувака прокачать. Ну, пусть качается дальше вот эта ветка. Посмотрим. Ну, надо куда-то пока очки девать. С таким количеством врагов, которые у нас здесь попадаются, я думаю, экспа должна идти довольно неплохо. Откуда вы беретесь? Я же уже перебил вас всех, уродов. То есть я уже везде хожу по трупам, и они все равно откуда-то лезут. Мы уже выяснили, что игра не спаунит мобов. То есть, ну откуда вы тогда беретесь, твари? Ладно. Есть у нас вроде как еще одно местечко, куда мы можем сходить. А, нет. В эту задницу мы не можем сходить. А где это было? Хорошо, минутку. Ладно, в общем-то, я скачал карту. Нефиг нам мучиться здесь сейчас. Тут небольшая комнатка. Мы сейчас находимся, оказывается, практически на самой северной точке. Я и так шел к северу, но мы находимся почти на самой северной точке. Здесь у нас проход через вот эту комнатку, через сундучок. Сундучок-то я тут все это уже лутал, я все это уже трогал. Смотрел, вот здесь вот у нас находится то самое место к северу, которое я говорил, что нужно бы посмотреть. Но мы, оказывается, здесь уже были. Вот это вот самая северная точка карты. Все. То есть, по идее, я думал, что здесь что-то, но здесь ничего. Мы уже все практически тупики пообходили. Тут у нас коридор вниз. Длинный.
тут комнаты. Мне причем нравится здесь с пометками, куда я могу прийти. Большая дыра и всякое такое. И вот помните, только что несколько минут назад, когда я чуть не упал с обрыва, написано огромными буквами Great Death Fall. Огромное падение насмерть. И написано, не бегите. Так. Это у нас что за место? С двумя колоннами. Что, блин? Комнатка с двумя колоннами, проходом посередине. Нет, это не то, погодите. Две колонны, проход посередине. А, я знаю, где мы сейчас. То есть, по идее, у нас есть еще проход сюда? Понял. Это нужно вот сюда. И теперь... Да пройди ты уже. И теперь вот сюда. И мы окажемся возле... Тут у нас сужение, тут у нас две колонны. Идем вниз и приходим к большой дыре. Ну, по идее, вот она. Тут вот. Нет, погодите, это небольшая дыра. Большая дыра... А, к ней выше надо подниматься. Вот тут зал сужается. Или я что-то напутал сейчас. Ладно. Короче, так-то по-хорошему. Тут остается еще где-то карта. И тут остается... Кстати, написано, что возможно... Ну, на каждой карте было написано, что, например, зелье в случайном сундуке. Здесь про зелье вообще ничего не сказано. То есть, возможно, что его здесь вообще-то и нет. Как вариант. Ага, вот, я сейчас в большом тупике. Тут будет сейчас вниз пойдем. Не сюда вниз, сюда вниз. Тут будет две овальные комнаты. Да, вот сюда вот. Две овальные комнаты, которые мы с вами уже пробегали. Вот один, вот два. Вот сюда вот сбоку. Здесь что-то может быть, но здесь... Ты бежишь? Он поверху... Поверху бежит. Здесь вроде как что-то может быть, но здесь мы тоже уже везде были. Вот это вот маленькое ответвление. То есть все. По идее вообще все. Не знаю. Я, может быть, где-то какую-то комнатку случайно пропустил. Но как я это сейчас вижу, что у нас подземелье полностью зачищено. Поэтому предлагаю выйти и пойти уже во вторую часть хаба. Тут нам больше нечего делать. Если что-то случится, я еще включу, но пока я не вижу смысла бродить. Можете пока что понаслаждаться звуками железных падающих ведер, если вдруг такие получится. Это вот наш напарник никак не может выбраться, он падает уже четвертый раз. Решил я выйти уже с другого выхода, потому что, ну, толку нам, если мы там уже были. Сейчас я просто не могу понять, где находится этот другой выход. Мы сейчас на север, ну, вот так вот, на север. Где он находится, этот другой выход? Я не помню. То есть, заходили мы отсюда где-то, а вышли... А, вышли мы где-то вот здесь, кстати. Вот, потому что колонны со скелетиками, вроде как это здесь все было. Или... Или вот здесь... сейчас глянем, погодите. Вот колонны со скелетиками. То есть вот тут эти дверки. Пойдемте сразу сюда и заглянем.
Тут у нас должно бегать три или четыре дурачка, которые... Помните, как я через эту дверь тогда не прошел? Да, да, да. Вот вы не помните, а мне до сих пор кринжово то, что я такого кругаля тогда навернул, хотя мог просто выйти на улицу. Так, здесь у нас туалеты. Да, и с той, и с другой стороны. То есть я это правильно помню. Угу. Они не включаются, не, никак. Я теперь... О, привет, чувак. С2. Ты успокоиться не хочешь? Ой, тут второй. С3. Черт. Ты мне не навредишь, чувак. Ну вот этого атакуй, не? Так, одного сложили. Да вытащи ногу из лавочки! Поверь, С2 это было что-то другое. Я запутался в своих скиллах. Успокойся. Два это было майнд. А, это маск. Все, это замаскировать сознание. Три это у нас было захват. Захватить-то, кстати, я захватил. Все, вот так вот. Восстанавливайся потихонечку. Теперь уровень, который у нас качнулся. Это у нас тут все нормально. Тут говорят, что можно вроде как еще вот это качнуть. Лучше, когда одно и то же заклинание. Нет, не хочу, пожалуй. Ну, по крайней мере, не сейчас. Здесь нам нужно... поддерживать три. Да, это у нас поддерживать одно, поддерживать два, поддерживать три заклятия одновременно. Это, то есть, можно закинуть контроль разума, это можно закинуть общее спокойствие, можно закинуть еще и еще что-то. Но я не уверен, что оно мне настолько нужно. А, меньше будут употреблять манны. Вот это... Тебя не так легко отвлечь, пока ты накладываешь заклинание. Да я думаю, вот это я пока что возьму. А следующее можно будет, наверное, взять все-таки, чтобы три заклинания сразу. Посмотрим. Не знаю. Честно, вот эта штука меня немножечко убивает до сих пор. То есть, если чувак... Ты вообще живой? Нет? Не очень хорошо, но могу продолжать. Блин, я же знал, что тут скелеты. В общем, если чувак на тебя уже напал... О, привет. Вот С... Вот, все. Вот он теперь со мной, да? Отлично. Все, пусть со мной еще хоть что-нибудь ходит. Убьют его, так убьют, черт с ним. Мне вот теперь интересно, С3. Вот оно у меня теперь горит, смотрите. Если я еще раз нажму С3, я просто освобожу вот этого дебила? Или я смогу захватить еще кого-нибудь? Как это, вот этот момент будет работать? Я более-менее теперь сообразил.
что не надо просто воздух нажимать, нужно нажимать на определенную цель. Окей, с этим все нормально. Вот сейчас я вполне осознанно забрал себе скелета, причем нужно, чтобы он еще не начал с тобой драться. И он тогда запросто ходит с тобой. Скелет с молотком, конечно, фигня полнейшая, но это просто экспериментальный вариант. Неплохо я упал так. Это просто экспериментальный вариант. Его убьют, или я его убью сам. Мне, в принципе, не принципиально. Я заберу себе кого-то покруче. Единственная фишка в том, что вон те чуваки синие, они слишком агрессивные. И тут вроде как еще один синий чувак есть, да? Хотя вот этот чувак, вот он не агрессивный, он не нападает на меня. Есть еще один синий чувак, они хорошие бойцы, но брать его я себе, наверное, не буду именно по той самой причине, потому что он агрессивный. Минуточку, тут где-то был сундук или мне кажется? А, и знаете что еще? Вот это вот скрипение скелета следом за мной, оно меня теперь напрягает, потому что у меня в голове строго отложилось, что скелет враг. Скелет враг. А тут скелет и не враг. Хорошо, но в любом случае... В любом случае, вот сейчас мы играем уже за мага. Мы сейчас играем за некроманта. Мы подчиняем себе умы. И вот это приятно. Ай, черт, у меня такое ощущение, что здесь где-то... То ли сундук был, то ли я что-то путаю. Погодите. Где-то посередине должно было быть что-то... Вот, посередине... Ай. Точно, вот оно. Уйди. О, хорошо. Да, шляпа. Амиго! Не-не-не-не-не, ты так слишком круто смотришься. Давайте мы ему тапочки оденем, чтобы он... Это что такое вообще? Плечи, на тебе плечи. На тебе... А, эта штука убирает плечи, ладно. Кисет. Это слишком круто. А, может дать ему что-то кроме молотка? Чтобы он, типа, был эффективнее. Я не знаю, насколько он... А, кстати. Ты. Нет, вот ты. Вот, да. Дай мне эквип свой. Ты хочешь вместо щита взять даггер? Не, не хочешь? По-моему, я там слышу еще скелета какого-то. Так, ладно, вот он с молотком ходит. На самом деле, я посмотрю, как он себя будет вести. Если он не будет слишком агрессивно бросаться на нас же, я ему дам что-нибудь нормальное. А может, мы просто возьмем кого-то другого. Пока что это просто наш друг Амиго. Да, я не могу сказать, что это друг, это Амиго. Надо ему какие-то ботинки дать, потому что он... Погоди. На, чтоб ты ногами не скрипел, и на тебе перчатки. На тебе... Нет, наплечники тебе не надо. Тебе куртка идет. Идем, сомбреро, блин. Нет, ну окей, окей, вот это крутой момент, потому что реально на спутника, на которого тебе плевать, ты можешь одеть его во что угодно, и вот это что угодно, вот это уже весело. Блин, он все равно костями гремит, я думал, я одену ему ботинки, он не будет греметь костями, он все равно гремит костями. Чувак. Знал бы ты при жизни, какое у тебя будет веселое посмертие, я думаю, ты был бы в восторге. Так, си, амиго. Это такой бред. Хорошо.
Нам сейчас, ну, нам всю эту сторону надо зачищать, по идее. У нас тут ничего нету, ну, в смысле, ничего не зачищено, поэтому пойдемте. Тут даже по карте бесполезно смотреть. Просто сейчас идем и смотрим, что мы можем найти. Тут у нас ремесленники. Пойдемте к ремесленникам, я не против. Так, не забываем, что наш основной приятель, он не в самой хорошей форме. Вот, и что было бы неплохо найти какой-нибудь способ его подлечить. Вот, опять же... бутылочки. А ты кто? Ты тоже бутылочка. Но бутылочки эти пустые. Ну ладно. Сейчас прям много-много врагов у нас не будет. Я надеюсь. Враги будут такие пожестче, чем эти фарши, но их не будет так много. Блин, сколько тут бутылья разного. Офигеть. Смотрите, если бы я был сейчас на 100% уверен, что скелет на меня не накинется, я бы дал ему меч. Ну, в смысле, на меня и на моего друга. Потому что мне бы сейчас очень... Ох ты ж! Фас! А чё ты на меня-то смотришь? Вон, на него смотри! Фига ли ты с ним-то дерешься опять? Амиго, ты чё? Встань, встань, Славочки! Встань, Славочки, чтоб тебя! Да чё ты с ним-то дерёшься? Блин, я, по-моему, своего ударил, да? Амиго, перестань! Причем меня он не бьет. Я могу его успокоить как-то? Погоди. Что у нас там было? Успокоение 4? Все, не все? Ну, блин, они продолжают разборки, если что. Амиго. Ты был мне как друг. Зачем ты так сделал? Короче, я не знаю, как это сделать. Ты вообще живой, нет? Not good. Ах. Как мне сделать так, чтобы они не атаковали моего же? Это очень печально. О, кстати, да, вот это местечко я помню. У-у-у, журнал. А он был раньше? Он так выглядел раньше, разве? Или он как-то вообще... Поскольку на нас сейчас напали... Нет, это мы точно читали. Это я помню содержимое. Я его заберу. Но... Так, и тут книжечка. Содержит кучу рецептов. Это, конечно, хорошо, что она их содержит, но... Ладно. Тарелку. Ну, тарелку на голову одень, другалек. Хорошо тебе будет. Мозги варить начнут. Шутки за 300 пошли. Как мне сделать так, чтобы они не агрились? То есть, моментально, как только мы встречаемся с каким-то противником, да, он не бьет меня, окей.
Но он начинает нападать на Дэррела, как этого перца-то нашего зовут. Классно, хожу с ним уже сколько часов, не помню, как его звать. Ну хорошо. И как мне сделать так, чтобы это не происходило? Ну то есть союзные цели, они же все должны быть союзные. Фига ли... Ай, тапочки какие-то не очень... Да, шмотки, наверное, можно бы поулучшать, но я же... Вторая хилочка. Красиво. То есть у нас здесь в хабе две мелкие хилки, да? Да. Вот это прям хорошо. Так. Причем, знаете, что еще погано? Потому что они, кроме того, что они нападают на нашего союзника, так они еще и отказываются нападать на наших врагов. Это вот вообще уже некрасиво. Ну, то есть я бы хотел, чтобы персонаж, которого я захватываю, чтобы он был на моей стороне полностью. Слышите, ходит? О, камушек. Это костер потрескивает или... Я знаю, это скелет потрескивает. Вон он. С3. Все, скелет наш. Ну хорошо, по крайней мере, таким образом мы избегаем проблем. Я могу захватить кого-то и просто убить, например. Ну то есть, серьезно. Ай, блин, у меня такое бардачище в инвентаре. Надо потихонечку это как-то прекращать, прибираться здесь надо. Ну-ка, покажи эквип. На тебе еще склянку. Я не знаю, зачем, даже не спрашивайте. Зачем я их с собой ношу? Сет, который не сет. Блин, в прошлый раз мы там нашли вроде как очень хорошую броньку, которую мы себе забрали, не? В канализации я имею в виду. Ладно. Так, желтый камушек еще один нашли. Это хорошо. Меч. Да ну нафиг. Этот у нас на 4,5, этот на 4, фраст на 3. Фраст 2,5. Ладно, оставим как есть. А вылечить мне его сейчас или нет? Вот в чем прикол. Эта хилка, она довольно много лечит. А как ты, как у тебя дела? Не очень хорошо, но могу продолжать. Это сколько? Вот над год, но могу, не очень хорошо, но могу продолжать. Это сколько? Это мне стоит беспокоиться о нем или не стоит? Это все, кстати, одно и то же зря щелкаю. Клювом-то зря щелкаю, да? А вот эти разные. Там, кстати, дагер есть, а тут... Ой, это кольчужный подшлемник? А у меня есть такой? Да, есть. В хорошем состоянии. А у напарника нашего есть такое или нет? Я уж давненько эквип не менял. В очень поношенном состоянии. А этот прям в хорошем, да. Поменяем. Вот, все, спасибо. Так. Ну, хорошо. Нужен ли мне этот скелет с собой сейчас? Знаете, в чем прикол? Тут где-то эти красные и синие рептилоиды ходят.
О. Таверна в нерабочем состоянии. Это не за вот этим столом я в прошлый раз вел переговоры с синим, когда я его типа заглючил и начал избивать. А мне по-другому не получилось бы. То есть в честном бою он бы меня просто сожрал. Он был быстрее, чем я. Да и оружие у него было лучше. Так, а это у нас к... Точно! Это у нас големом. Воу-воу-воу-воу! Это синий! Ты вообще нормальный! Ох ты ж! Извини. Это такой усовершенствованный фарш, но мы его убили. Ты чё делаешь, гад? Ты чё делаешь? Ты чё вообще делаешь? Я тебя для этого, что ли, призывал? Он отпустился. Как только я его начал бить, наверное, он отпустился. Так, ты как? Ай, убери менюшку. Он вроде как в более-менее нормальном состоянии. Так, хорошо, хорошо, хорошо. За эти две серии у нас выяснилось. Так, это выкинь нафиг, никогда больше это не подбирай. Где эти чертовы мечи? Чувак, отдай мечи. Вот. Вот один. Вот второй. Это запасные мечи, я их буду просто с собой таскать. Два синих на карте было, вот они оба синих здесь. Типа одного мы. У одного мы просто оружие отобрали, второго мы убили вот таким вот образом. Механические двери. Это которые неоткрываемые, что ли? Или это. Вот я помню, ну, то есть, одни какие-то мы открыли, какие-то одни были неоткрываемые. И какие-то одни вели к големам. Чё, тут прям ничего? Короче, вот эта фишка с захватом, я не знаю, как это работает, потому что мы вроде чувака захватываем, он вроде как с нами бегает, у него все хорошо в жизни, потом как только мы встречаемся с противником, этот чувак, который захвачен, моментальнейше оборачивается против, ну не прям против меня, но против нас, то есть против моего напарника, и нам все равно приходится драться с двумя. Идите нафиг, я так не хочу, как мне сделать нормально? Так быть не должно, как по мне. То ли это рассчитано на то, чтобы... Да ну нет. Ну типа проходить без напарника, когда ты играешь один, то эти чуваки, они только... Кстати, слышите эти звуки, да? Это на что? На локотнике? Кстати, такой же, как у меня. А тебе не надо? Это лучше, чем у тебя. Прикинь, чувак. Вот это вот отлично. Вот это выкинь тогда. Круто. Хорошо. Наплечники. Так, ну корзинки оказались довольно полезными. Тут у нас еще сапожки, туфельки, все дела. Ну ладно. То есть, как я это пока что вижу, что мы забираем себе какого-то чувака, просто для того, чтобы потихонечку убить его. Ну это глупо. Слышите, там еще скелетончик ходит. А где он ходит? Ты где, другалек? Так, ладно. Это у нас прокачалось. Массовый испуг. Нельзя. Нельзя.
О! С учетом вот этого и вот этого у нас тут что-то откроется. Спиритическая форма. Это типа разведки, что ли? Ой, это было бы круто. Я что-то не думал, что здесь может быть такая вещь. Помните, мы с вами в прошлый раз тут были, говорили о том, что это, возможно, театр был или что-то такое. Люди приходили сюда, оставляли вещи, но теперь, немножечко больше зная про хаб и немножечко больше повидав здесь всего, я думаю, что... Так, С3. Ну, то есть, вот еще раз, скелет, да? Хочу ли я его убить? Это дает мне 2-3 удара, потом он отлипает от меня, перестает мне доверять, ну, в принципе, и понятно. Потому что фиг ли доверять тому, кто пытается тебя убить. Это принципы жизни. Я опять тебя ударил, да? Ну, вроде как я его... Ау. Хрустяшка, успокойся. Я его пару раз бил, да, но вроде как... ну так, не сильно. Поэтому, черт его. Не знаю. Пишите, что мне с этим делать дальше. То есть... Да, вот я их научился нормально захватывать. Даже скелетов, даже кого угодно. Ну и что потом? А, погодите, знаете? Блин, вот это я затупил сейчас. Ты же можешь захватить чувака и просто отобрать у него все. И потом, даже если тебе нужно его убить, то это уже не такая уж и проблема, потому что у него ничего нет. Ха. Да, согласен. Это возможно так. Так, ладно. Ребят, я так посмотрел, поглядел, там же что-то вырезается будет, там то-то, сё-то, но по сути хронометраж у нас сегодня хороший, мы сегодня много чего сделали, много чего узнали. Опять же, разобрались хоть капельку с зачаровыванием и как это все работает. Посмотрим, какие у нас будут дальнейшие заклинания. Хорошо, что у нас качаются уровни, я этому тоже несказанно рад. Будем тогда заканчивать, продолжим просто в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.